Сегодня в апелляционном суде Одесской области должны были рассмотреть апелляционную жалобу фигуранта дела 2 мая Сергея Долженкова, однако заседание перенесли. Прокурор Григорий Богомолов заявил, что жалоба составлена с дополнениями, и он не успел с ней ознакомиться. Сразу после вынесения оправдательного приговора всем подсудимым по делу 2 мая СБУ задержала Сергея Долженкова и Евгения Мефедова. Им вменяют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В тот же день Киевский райсуд Одессы избрал меру пресечения для них 60 суток содержания под стражей без права на залог.